Мы в магазине Находка, стоим на кассе, тут народу много. Тут уже как-то очередь быстро расписалась. Я зашла, купила корм для собак. Какая-то булочка по акции. Я сейчас в приюте «Право на жизнь». Это кошечка пастет крыску вот в этой клетке. Крысочка. Там хомячок. Она убежала, короче. Там хомячок, а вот здесь крысочка. Здравствуй, крыся. Ты что-то говоришь? Это вы такие хорошие, только когда по одной в клетке. Так, вот здесь вот сюда всякие пожертвования сбрасывают, всякие мешочки с кормом и так далее. И я тоже принесла, значит, я купила 3 пачки корма и вот такую штучку, ну, еще кошечка, несколько тоже. В общем, сюда все сбрасывается. Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Вчера я зашла в магазин Находка и купила там вот такой огромный набор, как по цене дешевле 300 рублей. Он стоил где-то 280, это от Комплимент. И в нем было 5 вот таких вот кремов. Сейчас я вам покажу, что здесь было. Как бы внутри он некрасивый, а что вы хотели за эти деньги, да? Хочется поинтересоваться. Итак, у нас здесь есть молочко для снятия макияжа, крем для лица дневной, крем для лица ночной, крем для рук и ногтей и гель для душа. Представляете, вот это все здесь есть. Сейчас я вам покажу. Особо потестировать я не успела. Ну, в общем, все внутри вот так вот. По-простому, одним словом. Внутри все по-простому, но почти все кремики идут объемом от 50 миллилитров и до 75. Кто-то пошел гулять. Но звери тут. Вчера я ездила в приют для бездомных животных. Я в Находку зашла, чтобы купить там корма и всякие лакомства для кошечек. И я могу сказать, что сейчас в приюте «Право на жизнь» порядка 6, наверное, кошечек. Ну, закончили, взяли следующую, просто вот мне сказали, что она к концу пришла. Силы идет очень много, я у него сколько уже, 5 банок, 5, наверное, покупала вот за сезон. Вот не, вот Дейзи, причем 5 минут назад, просто вот я ее, правда, реально гладила. У нее, говорит, очень короткая память. 3 секунды. 3 секунды на добро. Дейзи, на-на-на. Дейзичка, иди съешь нас. Сразу успокойся. А вот эта собачка тоже сидит и ждет хозяина. Кстати, после стерилизации. А вот это вообще лояльная, добрая, милая. Мы все, кажется, добрые, милые, да? Очень хорошеньких, миленьких, которые по какой-то непонятной причине оказались никому не нужны, либо они выскочили во дворы, либо что, но, в общем, если у вас есть такая возможность, я ни в коем случае не настаиваю, если у вас реально там, допустим, ну, не очень хороший аппетит у детей или у ваших домашних животных, поверьте, как бы любым там, не знаю, остаткам пищи, кашам, консервам там будут рады. И я туда повезла несколько мешочков корма, несколько кормов для кошечек и даже лакомство для кошечек купила. То лакомство, которое продается в Находке, оно очень классное, я его рекомендую. Что еще из интересного сейчас покажу.
Вот такую елочку я купила в находке. Она сразу идет наряженная. То есть на ней вот такие бантики. Вот такие вот снежинки. В общем, она вот такая. Сейчас, секундочку. Ну, она проволочная, я еще не расправляла. Но я решила, там они есть золотые с красным и розовые с серебром. В общем, они посыпаны вот таким вот снежком. Я ее распушу и потом обязательно сфотографирую и поставлю в Инстаграм. Что еще интересно, вот прям вообще не сходя с этого места. Вот такая розовая свечка и елочка. Вот такая классная. И мне вчера выдали тираж. Мы сделали 1000 экземпляров рекламных. Делала я в фирме Рейн, печатали они где-то там у себя в своих закромах родины. И вот таких у нас 1000 штук. Завтра я иду в администрацию города, мне будут вручать благодарственное письмо по поводу участия в акции «Счастливая семья», которая 20 числа прошла. Там был мастер-класс по бровям, но с покраской не получилось. Пришли женщины, у каждой были свои вопросы, что делать, как быть. Основной вопрос, конечно, был, что делать, если не растут брови. Я ответила на этот вопрос. Видео пройдите по ссылке, посмотрите, как мы это делаем. Переверон по свету, разумеется, там бывает. Ну, ничего не поделаешь, все нормально. Продолжаем смотреть, что я приобрела в находке. Так, я добавила света, уже гораздо веселее снимать, потому что частично свет идет из окошка, частично электрический из дома. Как выглядит картинка, мне нравится. Это новый фотоаппарат, который пишет видео. Если вас интересуют подробности, спрашивайте, я обязательно вам отвечу. Вот такие причиндалы для ногтей я купила. Тот, который лежит слева, для, сейчас я скажу, восковой укрепляющий восковой новосвит, крем-уход. Я его беру уже второй раз. И поскольку он мне очень понравился, я решила попробовать вот такой пилинг-скатку. Я могу сказать, что пилинг не получился. То есть, насколько хорошо получился вот этот вот восковой для ногтей и насколько плохо вот этот пилинг-скатка, я вам скажу, в общем, ребята, продукт не удался. Положите туда больше либо хлористого, либо чего, что там у нас скатывание обеспечивает. И самое главное, очень сильный сушащий эффект после него, потому что я прям реально побежала и потом уже мазала. В общем, руки надо было раз пять, наверное, после этого намазать, после этой скатки. Ну и вот такие я взяла первый раз, еще пока не открывала, лавандовые диски, пропитанные лавандой, натуральное масло оливы и органы для снятия лака. И, ну что, поехали дальше. Это два средства для волос. Лак «Романтика» и мусс. В принципе, они вкусно пахнут. Здесь обеспечивают нам суперсильную, очень сильную фиксацию и в одном, и в другом случае. Они белые, стильные, бюджетные. Работают неплохо. Я на себе уже проверила вчера. В общем, все нормально. Это я могу рекомендовать. Вот такие лосьоны, розовая вода, я беру постоянно в находке. Я брала две штучки, один у меня стоит в офисе, один дома. В доступности вытянутой руки я стираю с ногтей все ненужное перед тем, как нанести лак, базу. И тогда ногти дольше держатся. То есть, когда лосьона стало мало, и я стала его как бы экономить и расходовать реже, в общем, все стало с ногтей отлетать гораздо быстрее. Поэтому я могу рекомендовать вот эту штуку именно перед нанесением праймера. Также можно протирать лицо, также можно протирать кисточки, также можно... Ну, в общем, здесь 68% спирта, люди расхватывают, разметают. Просто некоторые блогеры говорят, что люди... разметают это, чтобы пить. Я ни в коем случае не советую этого делать.
Ну и там уже смотрите по своему усмотрению. И там, конечно же, вот елочку вы видели, и уже начали продаваться бенгальские огни. Здесь их в упаковке, я не знаю, сколько штук. Так. Ну, в общем, они здесь немного, так посидеть за новогодним столом, помахать зажженными бенгальскими огнями, сфотографироваться. Что-то 30 с чем-то рублей, одна упаковка 34 или как-то так. И там есть дороже, но они более, наверное, длинные, эти такие более простые. А, вот по 6 штучек их. Да, вот в этой упаковке 6 и в этой 6. Там, которая, видимо, дороже, там их больше. Вот. Но перед тем, как нахватывать все в фикс-прайсе, имейте в виду, что по 30 рублей они есть дешевле, во всяком случае, в нашем городе. Мне нравится, какая получается картинка. Она такая в меру нормальная, в меру замыленная, в меру хорошо освещенная. В принципе, все можно рассмотреть. Это важно. Ну и надеюсь, это было вам интересным и полезным. Всем всего хорошего. Пока. И огромная просьба к людям, которые заводят животных, а через 3 года вдруг решают, что их нужно усыпить. Ну, потому что либо они не справляются, либо еще что-то. В общем, девочки и мальчики, я старалась как бы избегать и обходить такие острые углы. И весь интернет бомбило, начиная с 19 октября по поводу хабаровских живодерок. Я, конечно, так же, как и все, записала там на подъеме, на эмоциях все. Но я успокоилась, я решила подождать, я решила сравнить, я решила проанализировать, и я могу сказать, что если вам необходимо такое видео, я его выложу. Это мое личное мнение относительно того, что происходит в Хабаровске, и ну, даже вплоть до того, что я обращалась в Следственный комитет России, потому что это беспредел самый настоящий. Любой срок за издевательство над животными в нашей стране – это от 500 до 5000 рублей, и это от 2 до 4 недель лишения свободы. То есть, что человек там, я не знаю, на дискотеке подрался, кому-то глаз подбил, что вот животное таким образом зверским умертвил, в принципе, наказание будет одно и то же. Я считаю, что это несправедливо. И где-то примерно в это же время к нам приблудилась Пафи.